Мы в начале передачи с Наташей говорили, что у нас сегодня необыкновенные гости. Вы, наверное, думаете, что мы каждую передачу так говорим. Это неправда. С удовольствием хочу представить просто легендарный джазовый музыкант, прекрасный пианист. Я очень горжусь тем, что он рядом со мной сидит. Наш гость из России Григорий Файн. Действительно большое спасибо вам, что вы для нас нашли время. И я знаю, что сейчас вот ваш приезд в Израиль связан с нашим музыкантом, которого мы очень любим, и который тоже прекрасный совершенно музыкант, наш саксофонист Роберт Анчиполовский. Да. Вот уже второй раз я с большим удовольствием здесь выступал в клубе «Шаблюль» с Робертом. Вот. Я очень надеюсь на наше содружество. И, как мне кажется, у нас очень хорошее взаимопонимание, потому что мы любим музыку одного стиля. Я очень рад, что нам удалось поиграть. Это очень интересно. Григорий, ну вот я знаю, что вы к джазу пристрастились с довольно раннего возраста, 6 лет. Это, в общем, довольно редкое, я думаю, явление. Да, это редкое явление, тем более для России. Все-таки в России джаза было мало. Мой папа был настоящий фанатик музыки вообще. И в то время, когда папа работал в Нижнем Новгороде на танцах со своим ансамблем в Доме ученых, им разрешалось сыграть только один фокстрот. А если они начинали играть второй фокстрот, то приходил значит, какой-то командир, он тушил свет. И все, это я при мне было. Но вот мы знаем, что в молодости футбол и хоккей чуть не отобрали Григория Файна от музыки. Да, вероятно, всем правит все-таки кто-то сверху. Я очень любил футбол и очень любил хоккей. Вот я думаю, что любители хоккея знают, например, такого игрока нашего знаменитого Валерия Васильева. Ну, конечно. Валерий Васильев. Московском «Динамо» он играл. Совершенно верно. Это был защитник, который вот моего возраста, моего года рождения, он играл в «Динамовских мальчиках», я тоже начинал там играть. Правда, я был нападающий. И было полтора матча, когда мы играли, числились в одной команде. Но так случилось, был морозный день, и на тренировке меня так нечаянно толкнули, я сломал себе ключицу, и тут надо было поступать в музыкальное училище, и я понял, что это судьба. А потом так получилось, что я услышал, как ребята играют джаз. Вот в годы моей молодости танцевали под инструментальный ансамбль, mm-hmm. не пели. Еще не было у нас певцов, так сказать. Вот, и это было для меня очень заразительно. Я услышал на вечере в музыкальном училище, как ребята играют джаз. И это уже... Я, во-первых, готов был играть, но у меня была почва подготовлена, потому что вот эти страсти к джазовым ритмам передались мне так на суггестивном уровне от папы так. И в 15 же лет я услышал впервые моего кумира Оскара Питерсона. Григорий, я знаю, что несмотря на все его заслуги и регалии, он все-таки обладал такой манией величия. Легкой, я бы сказал. Да, да. Было, да, то есть? Да, это было, да. Был такой случай. Я всегда, ну, Питерсон был для меня кумиром. Я даже хотел поправиться. Он вообще двухметровый. Когда с ним встретился, он как Кинг-Конг. Он был огромный. Я даже хотел поправиться. Ну, все хотел. Вот. Жалко, вы Татьяну в то время не знали. Да. Вот. Но когда я приехал на Монреальский фестиваль, я включил телевизор, и был биографический фильм о Питерсоне. И был такой эпизод, который я, конечно, не мог не запомнить, когда он сидит в окружении своего семейства, у него было много детей, вот целая семья, тут дети, внуки сидят, а у него как раз уже прошел такой период, у него был очень сильный инсульт, у него отнялась левая рука. Вероятно, его психиатр, ну я знаю, что такое аутотренинг, ему сказал, что он должен все время себе внушать хорошие мысли. И вот там есть такой смешной кадр, где он так сидит и говорит, вот так держится и так говорит: I'm fine, I'm fine. А иногда даже I'm Григорий Файн. Ну, Григорий, конечно, очень хотелось бы вас послушать. Тем более, что у нас с собой Анчиполовский, и у нас прекрасные ребята-музыканты. Правда, вы увидите, они по характеру хорошие, играют хорошо. Такое почти не бывает. Да, 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 я знаю. Скажите, вы сыграете для нас? Да, да. Скажите только что. С удовольствием. Мы сыграем пьесу с таким символичным названием «Jazz Friends». Дорогие друзья, джазовые друзья, у нас в гостях
блистательный музыкант Григорий Файн. Слушайте. Прекрасный джазовый пианист Григорий Файн. А мы с вами уходим на рекламу. Не переключайтесь. Вы на правильном канале.